За год в Люберецком роддоме появляется на свет более 4000 малышей. И в практике врачей бывают уникальные случаи, когда вес ребенка превышает 5 килограммов. На днях в Московском областном центре охраны материнства и детства родился очередной богатырь. С его родителями познакомилась Луиза Егиазарян. Вес 5,80, рост 63 сантиметра. О том, что ребенок будет таким крупным, Юлия Иванова не догадывалась. На УЗИ за 2 недели до родов врачи предупредили, что мальчик чуть больше 4 килограммов. Но новорожденный Мирон сделал всем сюрприз. Муж очень помог. Он со мной был от и до на всех родах. Вот. Незабываемое ощущение, конечно. Но я думаю, без врачей я бы не смогла с этим справиться. Профессионалы своего дела. Спасибо им большое. Естественные роды с таким крупным ребенком – случай достаточно редкий. За год в Люберецком роддоме появляется на свет около 300 малышей весом более 4 килограммов. А таких, как Мирон, – единицы. Обычно врачи прибегают к кесареву сечению, но молодая мама справилась сама. Благодаря природе, тому, что женщина сложена очень хорошо, этот ребеночек появился на свет самопроизвольно. Малыш абсолютно здоровым родился на 8-9 баллов. Вот. И с мамочкой тоже было все в процессе хорошо. Она прекрасно восстановилась и скоро уже будет выписываться. Перед выпиской счастливых родителей поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. А дома супругов Ивановых и младшего брата ждет 7-летняя Настя, которая тоже появилась на свет в этом роддоме. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.